Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Маргарита Котова. Глядіть у гэтым выпуску. Для надійної оборони і доброго настрою мазырскі НПЗ передав медикам ахоўныя костюмы. Дзіцячы автобус. У центру увагі ДАІ бяспека при перевозцы дзяцей. Яноты ратуюць свет ад смецевых монстраў. Беларускія аніматары стварылі мультсерыал о правільным сартаванні адходаў. Ноч музея пройдзе не так відовішна і масштабна, як раней, але магчымасць дакрануцца да прыгожага у аматараў мастацтва будзе і сёлета. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. У Светлагорску прайшоў абласны семінар па пытаннях правядзення палявых работ. Асноўную ўвагу надалі на рыхтоўцы кармоў і павышэнню эфектыўнасці выкарыстання сельскагаспадарчай тэхнікі. Загучаная інфармацыя азнаёміліся нашы корэспандэнты. У залі пасяджэння Светлагорскага райвыканкама старшыні ўсіх раённых выканаўчых камітэтаў Гомельскай вобласці. Размова не столькі аб ходзе палявых работ, колькі аб існуючых праблемах. Больш падрабязна іх разгледзяць падчас прызначанай на панядзелак селектарнай нарады з удзелам старшыні аблвыканкама. Некаторым кіраўнікам раёнаў прыйдзецца адказаць на не самыя прыемныя пытанні. Накшталт наяўнасці кормаўборачнай тэхнікі, якая не выкарыстоўваецца па некалькі гадоў. Сённяшні дзень па Гомельскай вобласці гатоўнасць тэхнікі было 64%. Я говорю, так, мужик, я же не могу понять, почему мы себя не можем просто направить, чтобы как-то поправить ситуацию. Витебская область под 85%, Могилевская там 80%. 127 комбайнов у вас не эксплуатируется уже более 5 лет. Спісаць, калі адрамантаваць немагчыма, ці аднавіць, калі такая магчымасць існуе. Сёння на Гомельшчыне рэалізуецца праграма так званага другаснага рынку сельскагаспадарчай тэхнікі. Спецыялісты Гомель-Абл-Аграсервісу з поспехам рамантуюць машыны, якія яшчэ можна будзе выкарыстоўваць. Такая тэхніка значна больш танная за новую. Апрача таго, тут стварылі некалькі спецыялізаваных атрадаў, якія гатовыя на месцы праводзіць тэхнічнае абслугоўванне корманарыхтоўчых машын, што таксама павышае тэрмін іх эксплуатацыі. 12 выездных бригад, которые выезжают в хозяйство, и в хозяйство проводим техническое обслуживание. Если ремонтируем технику у себя, то, конечно, проводим у себя потом уже техническое обслуживание. Она в разном состоянии, потому что техника эксплуатируется, скажем так, и 5, и 10, и 15 лет. Поэтому в зависимости, конечно, от хозяина, от ухода, от всего остального, техника имеет разный уровень. Ну, в целом, средний по области. Асобная размова аб захаванасці сабраных кармоў. Тэхналогіі з выкарыстаннем поліэтыленавай плёнкі не новыя, але і зараз іх не ўсюды прытрымліваюцца. Прыклад дэманструецца на практыцы. Гнілыя кармы прыйдзецца выкінуць, а гэта прамыя страты і ўраджаю, і фінансаў. Аб фінансах потым узгадаюць яшчэ раз, калі размова пойдзе аб неабходнасці наяўнасці ў кожным раёне як мінімум адной гаспадаркі, дзе будуць сур'ёзна займацца насенняводствам. Гэта дазволіць не набываць яго за межамі вобласці, прычым часта ў перакуп. У них будет смешано мясо, молочное само собой, потому что это в первую очередь каждый день живые деньги. А задача стоит на сегодняшний день в том, чтобы деньги, которые мы сегодня отдаем, особенно за пределы области, чтобы они оставались в хозяйствах. И чтобы в каждом районе было хозяйство, семенное хозяйство. Людей, которые будут выращивать эти семена. Практично семинар у Светлогорском районе завершается демонстрацией сучасной корманарыхтоўчай техники белорусских вытворцов. Причем некоторые узоры, которые не имеют аналогов у Беларуси, зроблены на Гомельском Абл-Аграсервисе. Особная увага бабруйскому пресс-подборщику, який дозволяет нарыхтовывать травяные кормы с гарантованной якостью. На протягу этого и наступного годов такой техникой будут обеспечены все господарки в области. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район. Арганізацыя аховы здароўя Гомельскай вобласці зараз маюць як мінімум месячны запас антысептыкаў і сродкаў індывідуальнай абароны ўсіх відаў. Так, напрыклад, аб'ём дэзінфіцыруючых вадкасцяў – 372 тысячы літраў. Пра гэта ў інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Ганні Каральчук паведаміў намеснік начальніка галоўнага ўправлення аховы здароўя Гомельскага аблвыканкама Міхаіл Грыдзюшка. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Незніжальны запас для кожнай установы разлічваецца ў залежнасці ад колькасці медперсоналу і потоку пациентаў, што дазваляе вызначаць прыкладны штодзённы расход. Гэты паказчык знаходзіцца на пастаянным контролі абласных уладаў. По состоянию на 14 мая 2020 года учреждение здравоохранения области обеспечения медицинских работников составляет порядка 68 тысяч защитных костюмов противоэпидемических, порядка 400, 430 тысяч
масок медицинских одноразового использования, 77 тысяч респираторов, около 2 миллионов перчаток. Работа не прекращается ни на минуту. Постоянно идет пополнение средств индивидуальной защиты через унитарные предприятие «Гомельская медтехника» постоянно производится госзакупки средств индивидуальной защиты. Также средства индивидуальной защиты пополняются по линии Министерства здравоохранения Республики Беларусь, закупаемые за средства в качестве безвозмездной спонсорской помощи, а также гуманитарной помощи из Китая, Узбекистана, Польши и других стран. Гомельская фармация обеспечивает население средствами индивидуальной защиты, масками, повязками и антисептическими средствами. У гэты складаны перыяд многія прадпрыемствы змаглі хутка пераарыентаваць сваю вытворчасць пад патрэбы сферы аховы здароўя. Таму сёння медыцынскія ўстановы закупляюць неабходнае адразу ў вытворцаў. Запасы размяркоўваюцца па ўсіх раёнах вобласці. Мы ежедневна получаем інфармацыю ад кожнага лечебнага ўчреждения Гомельскай области по наличию расходаванню і патрэбнасці средств індивідуальнай защиты. Мы это держим на постоянном контроле. Нет разницы, либо это будет областная больница, либо это будет туберкулезная больница, либо это будет Будо-Кошелевская ЦРБ или Кармянская ЦРБ. Средства защиты у них в достаточном количестве. Распараджэннем Гомельскага абласнога выканаўчага камітэта на набыццё сродкаў індывідуальнай абароны для медыцынскіх работнікаў дадаткова выдзелена больш за 2 мільёны 800 тысяч рублёў. Бяспека медперсанала – заклад эфектыўнай дапамогі пацыентам і паспяховай працы галіны. Пры гэтым управленне аховы здароўя звяртаецца з просьбай не замоўчваць узнікаючыя праблемы, адразу паведамляць пра іх. Если кто-то обладает достоверной информацией, что в тех или иных учреждениях здравоохранения не хватает, в том числе и средств индивидуальной защиты, просьба обращаться к нам напрямую в управление здравоохранения. Ганна Каральчук, Ігор Марышченко, телерадіокампанія Гомель. Марафон добрых справ у падтрымку медыкаў рэгіёна працягваецца. Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод зрабіў падарунак работнікам інфекцыйнай бальніцы і станцыі хуткай дапамогі – 100 новых ахоўных касцюмаў. Над вырабам камбінезонаў працавалі мясцовыя вытворцы – дачыннае прадпрыемства НПЗ «Гандлёвы дом Белфуд». Флагман прамысловасці Мазыршыны і тым, хто знаходзіцца на перадавой барацьбы з каранавірусам, дапамагае не ў першы раз. Але гэты сюрпрыз самы яркі ў прамым сэнсе слова. Каляровыя касцюмы, напэўна, падымуць настрой як медперсаналу, так і пацыентам. Створаныя яны з улікам усіх рэкамендацый медыкаў. Касцюмы очень комфортные. Огромное спасибо Мозырскому НПЗ. У них комфортна работаць, действительно защита на высоком уровне. Чувствуешь себя полностью защищенным. Первый костюм, который вот на мне, когда мне подарил НПЗ, в нем были маленькие неточности или то, что нам хотелось усовершенствоваться. Мы связались с руководством Мотрельского НПЗ и эти доработали. Это идет речь о резиночках. Вот здесь у меня не закреплено, это немножечко дискомфортно. То же самое добавили резиночки в новой партии костюмов, те, что нам подарили, то же самое внизу, где закрепляется. Это усиливает нашу защиту, конечно. С этим стало еще комфортнее. Пандемия изменила не только працоўный график медиков и наш лад життя, але и профиль некоторых предприемств. Основный вид деятельности дачынага предприемства МНПЗ – вытворчасть гумовых ботов и спецодзення для тех, кто працует в агрессивном асяроде. Сярод іншага тут вырабляюць комбинезоны для выратавальников МНС, работников газовой и паливной промысловости. Але у цяперашніх умовах головный акцент – на ахоўныя костюмы для медиков. У нас на сегодняшний момент уникальное производство, которое производит комбинезоны. Мы в этом отношении перепрофилировали свое производство, разработали дополнительно модели, те, которые будут носить персонал медицинский. Матэрыял для вытворчасці ахоўных касцюмаў заказваюць на адным з прадпрыемстваў в области. За змену адшываюць до 40 комбинезонов. Галоўнае патрабаванне – максимальная оборона, але с захаваннем легкости и комфорту. Для одних катастрофа або як мінімум рэзкае зніжэнне прыбытку, для іншых адкрыццё для сябе новых магчымасцей. Пандэмія змяніла жыццё літаральна кожнага з нас. Мноства сфер ад адукацыі да культуры з офлайн накіраваліся ў онлайн. Напрыклад, школьнікі могуць займацца дома пад віртуальным кантролем настаўнікаў. Такую работу арганізуюць як навучальныя установы, так і проста ініцыятыўныя людзі.
Хочете заняться стилем дочки або научить ее танцам, коронавирус и тут не перешкода. С теми, кто рискнул и не пролечился, встретилась Марина Джалая. Ягор Савін вчиться у 9 класі. За пандемію в школу не ходить. Спочатку займався сам. Наставники скидували задані. Нечто робив, чогось ні. А зараз початку занятку чекає навіть з радістю. Для гэтага у певні години по раскладі треба включати комп'ютер, відкривати Zoom і у вельми зручним форматі відеоконференції вчить математику, англійський або фізику. Такий експеримент на своїх дітях обкатали дві гомельські предпримальниці – Оксана Шевченко і Ляутіна Новікова. Тепер у волонтерський проєкт можуть приймати літерально любого білоруського учня от 5 до 10 класса. Повучать можно около 10 основных предметов. Причем дети, в залежности от узровню ведов, размеркованные по группах. Самое складанное, кажа Ляутіна Новікова, было знайсти наставников. Мало кто одразу сгоджался працевать онлайн. Все происходило очень быстро. Вот у нас прошел первый урок, первый день. И тут же нужно второй день, второй урок. То есть мы заполняли расписание вот каждый день. Мы тут же стали как бы искать следующих учителей для того, чтобы вот этот следующий день и следующий, и следующий прошел. То есть мы понимали, однозначно нам нужна физика, математика, языки. Вот сложнее всего было найти учителей русского и белорусского языка. Татьяна Лукомская – одна из тех, кто литерально за несколько дней перевела свою деятельность онлайн. Первопочатковый ее проект «Имидж школы для девчонок» и задумывался как интерактивный. Але потом гомельчанка арендовала помешкание и начала научать будущих леди офлайн. Переходя в онлайн-режим, надобность в аренде постоянного помещения она отпала сама собой, не говоря о том, что это достаточно дорого. И тем самым мы отказались от помещения, сэкономили. Несмотря на то, что мы сократили стоимость обучения для родителей, мы на 25% снизили стоимость. Тем не менее, мы сейчас справляемся даже с этой суммой, ну, потому что, наверное, так было бы более честно и в отношении родительских доходов. У Шильню занялась онлайн-деятельностью керовник студии сучасного танца Татьяна Кудровец. Девчина уже 10 годов учит детей и дорослых танцевать. Стрит-шоу, экспериментальная хореография, джаз-поп – вогули усе самые популярные направки. Пандемия вымусила групповые занятки спынить. Теперь Татьяна записывает каждый урок покроково и отправляя своим учням, а те досылают видео с правоздачу. Процесс видеосъемок, подготовка к домашним заданиям не так уж и сложный. Просто прикрепляем наш телефон к штативу, включаю видео вот сюда, отхожу. И для начала мы будем разбирать это все медленно. Связки, подсчет я буду рассказывать поэтапно, потом отдельным уроком снимаю видео под музыку. Так, в принципе, все и проходит. Скидываю это все ученикам, ребятам, их родителям. И уже в домашних условиях они это все изучают и потом присылают мне обязательно видеоотчет. Подробязный сюжет про житие у режиме онлайн глядите завтра в программе «Новини тыдня» на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Марина Джалая, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». У Беларуси снова активизовались банковские ашуканцы. Новые схемы связаны с COVID-19. Людям рассылают поведомления с информацией об сборе сродков, которые небыто проводят доброчинные организации. Мета сбору – распроцовка вакцины от коронавируса. Ашуканцы поведомляют своим ахвярам, что банк у однобоковом парадку переличивая проценты по депозите у фонд борьбы с COVID-19 у отповедности с постановой Совета министров. Зразумело, подобных документов не існуе. Злоумысленники просылают посылку, при переходе по якой система потребует ввести особистые данные и номер банковской картки. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо следовать некоторым рекомендациям по безопасности. Во-первых, проверить информацию об организации, от имени которой осуществляется сбор пожертвований. Во-вторых, убедиться в том, что организация действительно проводит такой сбор. И в-третьих, с осторожностью отнестись к людям, которые собирают деньги в общественных местах. Кроме того, не стоит забывать о правилах безопасного пользования банковскими картами. Не стоит никому сообщать свои личные данные, данные карточки, коды, приходящие по СМС, а также вводить эти данные на подозрительных сайтах. Дзяржаўтаінспекцыя Гомельской области проводит комплекс профилактичных мероприемств «Дитячий автобус». У центра уваги захование безопасности при перевозке детей. До 31 мая инспекторы будут проверять выполнение правил дорожного руху водителями автобусов. У ДАИ так само нагадывают, что у каждого дитяти в автобусе повинно быть индивидуальное место, а у салоне на группу из 20 детей минимум один сопровождающий.
Перевозкам организованных групп детей предъявляются особые требования со стороны госавтоинспекции. Так, водители должны пройти в подразделениях ГАИ обязательный инструктаж. Не менее чем за 7 дней автобусы должны пройти дополнительный технический осмотр. Также, если поездка длиной более 450 километров, то необходимо, чтобы участвовали в перевозке как минимум 2 водителя. А также с 11 вечера до 5 часов утра такие перевозки и вовсе не осуществляются. Исключение составляет только подвоз детей к железнодорожным вокзалам и аэропортам. Центр безопасности у лицея МНС и Гомельское областное управление запустили серию онлайн-трансляций навучальных тренингов. Воротовальники ведут прямые эфиры из разных локаций. У официальных аккаунтах яны рассказывают и показывают, как выкликать экстренные службы, что робить у выпадку надзвычайной ситуации и как оказать первую допомогу. Доведаться об раскладе занятков можно в официальных группах у социальных сетках. Так само воротовальники проводят виртуальные экскурсии. Ближайшее запланировано на 17 мая по одной из пожарных шостей Гомеля. В рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних» спасатели используют новую инновационную форму работы с детьми. Посредством сети интернет проводятся виртуальные экскурсии в центре безопасности. Для тех, кто не может добраться в центр безопасности, можно с любого уголка нашей Гомельской области выйти и посмотреть прямой эфир, в котором специалисты в области безопасности жизнедеятельности проведут онлайн-стримы. Это может использовать и педагог ОБЖ для того, чтобы со своими ребятами рассмотреть какую-то одну из тем учебного курса, а также родители, заинтересованные в безопасности своего ребенка. Так само областное управление запустило новый проект «Фрисби безопасности», открывая его 4-минутное видео об семейном вольном часе. Головные герои – семьи сотрудников МНС, которые рассказывают и показывают, чем можно занять детей и как провести час с корыстью для всех. Воротовальники Гомельщины запрошают жыхару региона протягнуть челлендж и снять видео истории об своих семейных захоплениях. Яноты ратуют свет от сметевых монстров. Белорусские аниматоры створили мультсериал о правильном сортовании отходов. Первый СНД-мультфильм на эту важную экологичную тему появился по заказе державной установы «Оператор другасных материальных ресурсов». Он стал часткой реализации проекта «Рух Мета-99», сутность якого – довести сбор другасных ресурсов и их перепроцовку у Беларуси до 99%. Первая из 8 серий опубликована у свободном доступе на YouTube-канале. Организации. Межзвездный полет Вселенная ждет. Вперед к сортировке, вперед! Команда енота вместе с тобой снова даст мусору бой. Лимон, киви и ажина – веселые яноты, сортовальники научат детей и дорослых, как правильно поступать с тем, что многие догэтуль лічат сметем. Старая газета, бутылька, батарейка або зломанный смартфон. Для всего есть свой шлях знову стать корыстной речью. Сериал помощник для родителей, чтобы в неназидательной форме рассказать детям о вещах, которые кажутся нам, взрослым, даже в какой-то степени сложными. То есть, что сортировать мусор – это важно, что это просто и это полезно. Ведь девиз нашего мультсериала, что героем может стать каждый. Опыт европейских стран. Он показывает то, что они начали планомерную работу еще 15 лет назад по этой тематике. И они начали как раз-таки с детского населения. Аудитория данного мультсериала, она не ограничивается ничем, а ограничивается только языковым барьером. То есть мы вообще первые в СНГ, кто сделали мультсериал подобной тематики. Он выложен в свободном доступе, поэтому его могут смотреть и в России, в Украине, а также в странах ближнего зарубежья. Створенный по инициативе белорусских коммунальников мультсериал – некоммерцийный проект. Закликаны допомогши вырашить важную экологичную задачу. У сетцы интернет доступна первая серия, у якой яноты перемагают паперового монстра, отправляющую макулатуру по призначению у зеленый контейнер. Напереди еще 7 займальных историй про пригоды команды сортовальников и их сябров. Сучасные проблемы потребуют сучасных решений. Международная акция «Нож музею» сёлета пройдет у новом формате. 18 мая у Международный день музею картинная галерея Гаврила Вашенки будет принимать гостей свята с 18 до 22 годин. С уликом эпидемиологической ситуации сёлета тут не будет масштабного видовищного мероприемства, але шерох сюрпризов для наведвальников подрыхтовали.
Аматары мастацтва смогуць бясплатна наведаць дзеючыя выставы, калі паспеюць прыйсці ў першыя 15 хвілін кожнай гадзіны. Можна прынесці сваю творчую працу на выставу «Я мастак, я так бачу». Запланаваны бясплатны майстар-клас мастака Ігара Ягадкіна. Навучэнцы Гомельскага каледжа мастацкіх промыслаў прадставяць дызайнерскія маскі, якія можна будзе набыць на месцы. Мы очень креативные, и мы очень любим масштабные мероприятия, масштабные акции. Но учитывая, что сегодня все-таки немножко люди изолированы, вот эта масштабность немножко уйдет. И присутствие людей, во-первых, будет на каком-то определенном расстоянии. Во-вторых, люди смогут спокойно передвигаться. Не будет этого, скажем, вот помпезности в этом году не будет. Ну и хотелось бы сказать, что на час короче мы будем работать. Если обычно мы до 23 делаем с фейерверками, то в этом году только до 22 часов. Тем часом супрацовники музея палацава-паркавага ансамбля сумесна с телерадиокомпанией «Гомель» рыхтуюць да свята фільм «Начное музейное кінападарожжа». На протягу 20 хвілін гледачы змогуць агледзець усе выставачныя залы, паслухаць музыку і палюбавацца прыгажосцю парка з вышыні птушынага палёту. Мы с вами вместе с нашей главной героиней прогуляемся по вечернему парку. Когда настанут сумерки, мы с вами проследуем в ночной дворец. И здесь мы сможем с вами увидеть ночные залы, где торжество, величавость, красота интерьеров дворца вместе с предметами искусства, предметами старины будут соседствовать с мистикой, каким-то, может быть, даже небольшим напряжением. Глядите фильм 18 мая у 20:25 на телеканале «Беларусь 4 Гомель». Это иншие новины, информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.